Зоя Юрьева. По-моему, мне что-то выписывали. А, задание студентов, это я уже заранее поговорил. Или студенты займутся настоящим делом, или им дипломы только в этом, в туалет вешать на гвоздик. А хотя нет, не годятся сильно твердые. Так, уважаемый Экосеевич, во-первых, хочу выразить вам большую благодарность за ваш труд, ваше небезразличие не только к садоводству, и ко многим другим аспектам нашей жизни. Первый раз прочитала вашу статью «Моей прекрасной даче». Заинтересовалась, зашла на ваш сайт и началось. Почему раньше ничего про вас не знала? Вот и, друзья, это только к вам. А дальше 91 года. Сколько лет? 9, 10, 20. 30 лет она это. Сколько времени упущено? Как могло быть все по-другому? 30 лет это подход. На днях включаю телевизор и попадаю на какую-то садоводческую передачу. И ведущий говорит, наступил декабрь. Работ в саду мало, но разве что обрезку можно и обработать сад какой-то дрянью. Вот, вот это вот телевизор, от него вреда. Даже смотреть противно выключила, а раньше уши бы развесила. Яблоки из оккультуренных сибирок с привитыми червяками чувствуют себя прекрасно. Правда, кроме лоба, и две было не пошли. Ну а как вы хотите? Чтобы 100% было, так и мне не бывает. Сливы китайки выросли через год. 4 абрикоза ассорти тоже молодцы. Ассорти номер 1, это значит культурные. Ассорти это смесь. Вот там, где якобы Манитоба. Один, который без пересадки, выдал за полгода около 3 метров. Посмотрите на потолок. За полгода. Посмотрели, это есть 3 метра. А еще за год около метра прирост дал. Я понял, за следующий год. Но это не привитые. Представляете, культурные абрикосы, не привитые, 3 метров. Вот. Ну а дальше чуть-чуть пропускаем ради вот этого. Пересаживала весной через 2-3 недели после прививки. Вот сколько я вас предупреждал. А то они так же дружненько сдохли. Вот вы понимаете, ну вот зачем руки чесались? Ну, не успела приживиться, и все сдохли. Конечно, обидно. Вишни не взошли вовсе. Вот это вот беда у всех почти. Вишня, она очень любит влагу. Когда... Ой, нет, рассказывал. Просто скажу, любит влагу. Вишня нужна больше влаги для сальфикации и схожести. Смотрю сейчас ваше новое видео про косточки. Нет слов, какие же у нас кругом верхах идет и дураки. В сталинское время и они бы поехали в Сибирь, или я бы поехал. И вы бы тоже на пару бы со мной. Ну, вот эти слова про дураков и идиотов. Извините, у них погоны. В нормальном государстве такие великие люди, как вы, должны были бы стать министрами сельского хозяйства. Да? Макарова, Мезинова, вот, Алексейка. Видите, как это самое. Елена Савинич. Вот Козела, вот, и всех министров, и сейчас бы я, ну, всех бы, может, должности бы не хватило, но кого-то бы ректором, кого-то бы, это, топ, еще из 2-3 десятка проректором по науке, проректором по производству, вот, этих самых, ну, академика надо избираться, тут сразу туда не попадешь, вот, ну, Мичурин попал, вы думаете, он сидел сутками, это, занимался, тонны бумаг тратил на диссертации, да? Вот. А потом проставлялся, когда ему дали этого самого. Грохнул кулаком Сталин по столу и сказал, вот он, академик, учитесь у него. Понятно, да? Так что спасибо вам, 120 лет жизни, нет, осталось 5. Вот. Так, 1500. Вот эти, та гадалка, сосед, которая мне нагадала, она
меня поразило своими серьезностями, своими этими. Вот. Поэтому я и почти поверил. Ну, зомбирован. 78 лет. Ничего, еще все впереди.